В Абхазии в основном живут абхазы, грузины, армяне и русские. Представлены также и другие национальности – греки, цыгане, узбеки, таджики. Есть оставшиеся после Великой Отечественной войны немцы, эстонцы. Есть и украинцы, которые приехали после недавней войны на Украине. Вот давай, смотри. Не все идентифицируют себя с той национальностью, которая представлена фактически. Например, моя бабушка. Она носитель 3 культур и языков. И в свои 85 лет, кажется, уже не совсем понимает, какой этнос представляет. Галина Васильевна Вартагава, Поможу. В девичестве Шатунова. 65 лет живет между Грузией и Абхазией. А родилась и выросла в Удмуртии, что располагается на Нижнем Урале. Это территория России. Со своими родственниками удмуртами она говорит на удмуртском языке. Себя она считает удмурткой, но признает, что, проведя большую часть жизни вне родины, впитала чужую культуру. То есть по крови Галина Васильевна удмуртка, а ментально уже нет. Мои предки разговаривали на удмуртском языке. Там же все-таки свои обычаи, свои, все свое. Даже приготовление еды. Обучаю всех в это самое одеваться, готовить, гостей встречать, покойников провожать. Все это разное. По крови я удмуртка. И считаю себя удмурткой. Но, знаешь, я уже и грузинские традиции приняла, потому что местные мы праздники празднуем, местные детей встречаем, местные покойников хороним. Все по этому приходится. В 20 лет Галине Васильевне пришлось учить мигрельский язык в семье мужа в деревню Ктомбире Зугдидского района. Русский язык не знал никто, поэтому Галина Васильевна очень быстро освоила мигрельский. Я же приехала сперва в Грузию в 61 году. Была в Грузии, в Ктомбере. А потом оттуда мы приехали с Аберио Ингулгес. Конечно, в селении никто не знал русского языка. Я говорила на мигрельском. Быстро пришлось выучить им месяца два, потому что никто больше по-русски не знал в селении. У меня свекровка была очень хорошая. Она во всем мне то руками покажет, то ногами покажет. И так и научилась. А с Аберио уже русские были, по-русски разговаривали. Со своими детьми она часто говорит именно на мигрельском языке. Люба Шиянка Томеуль. Махазьяща. И пида он утун? А, мавар. Сива, пада он утун? А. Кирь копыс дой гуну варсы? Копыс гешенко? Коко. О, гой гуну варсы? Бэлэ. Там же в селении ее научили еще одной полезной вещи – гаданию на кофейной гуще. Планированная дорога была, почему не поехала? Оставшая дорога есть. Вот болезнь я у тебя дома не вижу, а ты все болеешь. Отче, это смерти услышишь, совсем чужого человека, но почему-то тебе жалко будет. Это ее умение сделало ее самой популярной в грузинском селении, а потом и в абхазском поселке Саберио, куда она с семьей переехала во время строительства Ингурской электростанции. Сейчас Галина Васильевна живет в Сухуми, говорит в основном на русском языке. Бабушка удмуртка, детей своих считает грузинами, так как их отец грузин. Внуки у нее русские, так как жены сыновей, муж дочки русские, а правнуки абхазы, так как муж внучки и жена внука абхазы. Где тут национальное меньшинство, а где большинство, сказать трудно. 4 нации равномерно перемешались в семье Галины Васильевны. По ее словам, в Абхазии все они себя чувствуют хорошо и не замечают какого-либо ущемления прав.
По крайней мере, она ни в советское время, ни в последние десятилетия не видит притеснений по национальному признаку. Я домкомом работала, у нас в Сабирье разные нации были, но они как-то все дружные, я никого не считаю, чтобы кого-то ущемляли, кому-то плохо относились, все вместе дружат, вместе праздники справляют, и молодежь, и пожилые люди, старики вместе на улице собираются, делятся мнениями. Я, например, между ними никакой разницы не вижу в нациях. Так было и в советское время, и сейчас тоже, да? Разницы никакой я не вижу. Я именно. Но это ситуация в отдельно взятой семье. На самом деле жители Гальского района оказались в образной резервации. У большинства из них нет паспортов Абхазии. В 2014 году одной поправкой в законе о гражданстве они были лишены документов, так как многие из них владели еще и паспортами Грузии. По закону Абхазии это невозможно. Сегодня жители приграничного Гальского района должны отказаться от грузинского гражданства, чтобы получить абхазский паспорт. Но не все готовы пойти на это, так как грузинский документ дает больше прав, свободы и возможность получать денежные пособия и право передвигаться по миру. Это все известно из разговоров с жителями района. Сесть перед камерой и рассказать о том, как на самом деле обстоят дела, не решается никто, так как население чувствует себя бесправным и незащищенным. Сегодня, спустя 10 лет после переписи населения в Абхазии, их процент значительно вырос, так как Абхазия стала одной из стран, куда отправились украинские беженцы из Донецка и Луганска. Большинство из них смогли хорошо устроиться в новом месте. Например, Татьяна Иваненко, тренер по фитнесу. Мы приезжали каждое лето сюда отдохнуть. И также мы приехали с семьей, то есть мы взяли летние вещи, приехали, отдыхали, купались в море. А потом, когда вот это началось все в Луганске, мы просто не вернулись, вот скажем так, мы не смогли вернуться. Там как раз уже начались военные действия. И летом мы находились здесь, в сентябре уже мы поняли, что мы не сможем просто вернуться туда, это небезопасно. И дети уже пошли в садик, в школу здесь. Нас здесь приняли очень хорошо. Действительно, люди здесь же прошли через это, прошли через военные действия. Они понимают, что это такое. И в основном 80% я столкнулась с пониманием и помощью везде, где только могли. Случаи были позитивные, какие-то истории вообще совершенно потрясающие. Например, я зашла в магазин, встретила там свою знакомую, с которой общалась, ну, давно, много лет назад, когда приезжала сюда тоже отдыхать. И она меня узнала, она говорит: «Вы же из Луганска?» Я говорю: «Да». Она говорит: «У тебя же детки, да, сейчас в школу идут?» Говорю: «Да, в школу, вот за что». Она говорит: «Слушай, сейчас, подожди секунду». И говорит: «У тебя мальчик же есть». Все, она подарила мне рубашку, значит, подарила туфли, что-то еще. Она владелица магазина вообще, магазин одежды. Для меня это был полный шок, конечно, вот, что так они как-то прониклись к нам. И, конечно, это была на тот момент очень большая помощь. По словам Татьяны, адаптация прошла безболезненно, так как Абхазия многонациональная страна и народ здесь доброжелательный. И хотя никакой финансовой помощи Абхазия не предлагает беженцам, тут у них есть возможность реализовать свой потенциал, так как нет законодательных препонов для работы и бизнеса. Я тренер, занимаюсь с девушками, с женщинами, с детками, и мне это нравится. То есть я себя чувствую здесь вообще в своей тарелке. И когда у меня спрашивают вообще, как ты относишься к Абхазии, как... Вот у меня такое ощущение, я не знаю почему, как будто я здесь родилась. Хотя это не так, но вот такое ощущение у меня. И перспективы я вижу. Во-первых, мне нравится экология тут, и чистый воздух, вот это море. Но это как это может не нравиться? Муж тоже здесь работает, тоже он тренер. Мы востребованы, это я считаю, это очень важно. Детки хорошо тоже и хорошо приняли в школе, везде. То есть я себя здесь чувствую со своей семьей, я чувствую себя здесь комфортно. Говорить о каких-то национальных меньшинствах здесь вообще не актуально. Что касается дискриминации по национальному признаку, то существует мнение, что финансовая поддержка исключительно абхазских семей при рождении третьего и последующих детей некоммерческим фондом Асхара – это дискриминация. Но глава фонда, депутат Народного собрания Абхазии Леонид Чамагуа, так не считает. По его мнению, демографическая ситуация в Абхазии такова, что в поддержке и стимуляции нуждаются именно абхазы. Поэтому исключительно абхазские семьи получают по 100 000 рублей при рождении третьего и последующих детей –
даже если при этом являются гражданами России и претендуют на материнский капитал и там. В национальный вопрос упирается проблема продажи жилья иностранным гражданам. Уже много лет политики разных уровней пытаются убедить парламент в необходимости узаконить продажу квартир нерезидентам Абхазии, так как незаконная продажа все равно происходит. Но всякий раз инициатива блокируется, и главный аргумент – перспектива смещения национального состава не в пользу титульной нации.